знания Бхараты, то есть или изящное искусство Бхараты. Однажды вот из Бхарата очень давно увидел, что люди всей земли пребывают в печали и уныние. Тогда он обратился с молитвами к Господу Брахме, чтобы тот развеселил людей. И Брахма поведал Бхарате знания. Знания в изящном искусстве, искусстве музыки, танца, театрального искусства. И Бхарата, получив это знание, передал его Господу Шиве, который пребывал в медитации на горе Кайлас. Господь Шива, когда услышал об этом знании, стал танцевать свой знаменитый танец. И с тех пор появилось божество, которое называется Шива Натарадж, или повелитель всех танцоров. Итак, на сцене Садачара Прия Давидаси с танцем Бхаратнатьям, с классическим индийским танцем Бхаратнатьям. Встречаем ее! Классический индийский танец Бхаратнатьям. Так сразу же стало видно, что классический.